В Мариуполе выпивший мужчина чуть не подорвал себя и правоохранителей в одном из дворов Орджоникидзевского района. Прибыв по вызову жителей, милиционеры увидели, что у него в руках граната без чеки. При задержании 28-летний мужчина оказывал активное сопротивление, но забрать боеприпас удалось. Чтобы граната не сдетонировала, до прибытия взрывотехников ее держал в руке участковый инспектор Алексей Пузин. Боеприпас уже обезврежен, сообщили в мариупольской милиции.